My mind's in my damn Ferrari, light it chill with my Mercedes. See my Bentley, what I got with my two phantoms had a baby. Ain't that crazy? Why you lazy? I get sober like Miss Daisy. Fuck you pussy nigga. Игра Kurt Spell в Steam нашел. Точнее, не нашел, а мне подсказали, что она существует там. Как я понял, это РПГ в стиле аниме. Причем на русском языке. Довольно редкое явление в наше в последнее время, чтобы аниме игры были на русском языке, тем более РПГ. Земля остались. Блин, не успел дочитать. Силами зла, которые вызывали хаос по всему миру. Вот судьбоносный день. Белла послала спасителя. Спаститься с неба и даст последнюю надежду на опустошенную землю. Когда оставленные люди приходят вместе со спасителем, земля будет иметь вечный мир. Все назвали это пророчество чудом колокола. Всем быть осторожными. Значит, короче, книжку не дочитали. Павочка, походу, в ярости. Ходи, возьми нашего ребенка и беги. Ты ли тот самый тайна в связи с Kurt Spell'ом? Он единственный, он последователь Kurt Spell'а. Несущий хаос в мир. Что такое Kurt Spell? Накажи еретика, накажи еретика! Я не знаю, о чем ты говоришь, о, пожалуйста! Как ты смеешь умолять о своей жизни, ты грязный отступник. Да. И это был спаситель или что? Нет, не подходи, очисти это место. Эй, вы чё, и детишек, что ли, вообще охренели? Дайте им по щам, во! Вот это уж точно был спаситель появился. Хотя... Подвал. Это для меня. Что для тебя? Ты должен забрать ребенка и жить. Ну и перевод-то, ё-моё, кривой! Дитя мое, никогда не забывай, что я тебе сейчас скажу. Этот мир построен на лжи, и каждый должен узнать правду. Какую еще правду? Не забывай. Будь здоровым, дитя мое. Отец, нет. Where are the others? I don't know, sir. I'll ask you one last time. Where are the others? Please, truly, ага, так он и скажет, ага. Мы бы искали весь лес, но не смогли найти других игр, сэр. Хотел сказать игроков. Все будет хорошо. Да что-то я сомневаюсь. Не, так-то интересно, конечно. Но перевод, блин, уже с самого начала кривой. Если вы же делаете перевод, то делайте его нормально. Дорогой лорд, пожалуйста, проявите милость. Мы устранили тебя, пожалуйста, помилуйте нас. Ага, фиг-то там. Да, резню устроил. Кажется, мы опоздали. Это была наша единственная надежда. Я полагаю, наши планы должны измениться сейчас. Я почувствовал, что моя карма резонирует с тех пор, как я прибыл сюда. Я думаю, что это может быть признаком того, что Kurt Spell породился поблизости. А, это типа значит игрок будет Kurt Spell'ом. Что значит это Kurt Spell, я не пойму. Тогда это... Давай, пойдем. Ну ладно. Наш ход. Новая надежда. Ну ладно. Как в целом вы смотрите на вещи? Дерево, чем лес? Взглянуть на детали, сосредоточиться на происходящем. Чего? Лес, чем дерево? Посмотреть на общую ситуацию и спланировать действия на будущее. Так. Я без понятия. Дерево, чем лес? На что ж я смотрю? Как, блин? Вопросец, конечно, тот еще. Да, скорее так смотрю, скорее всего. Так, что? А, блин, R. Ну, что за управление, дебильно? Какому процессу вы придерживаетесь? К
когда принимать решение. Это что, такой выбор персонажа, что ли, у нас будет? Такого класса, что ли? Таким макаром? Да ну... Не, я вообще-то эмоционально на все обычно реагирую. Мозги не для меня. Протекают... Как протекает ваша энергия? Протекает изнутри. Активно строим множество отношений. Осторожно создавать долговременные отношения. Вот это будет верно. Какой ваш образ жизни? Искать во всем идеал, будучи хорошо организованным. В поисках комфорта, имея гибкий характер. Точно не это. Это мы рекомендуем наблюдатель. Образ для вас. Вы можете изменить образ, выбрав соответствующий в списке ниже. Ну ладно, раз рекомендуете, чё, почему нет? It's time. It's time. Раз это человек, возраст. It's time. Вот так будет высокий возраст. Так, стандартные настройки. Тело. Ой, тощий. Эй! Это чё? Так, вот сейчас была какая-то фигня непонятная вообще, я не понял. Почему-то был дисконнект. Короче, от сервера нам почему-то отрубило. Я вообще не понял этого прикола, меня это как бы... немного бомбануло от этого. Ладно, пусть так будет. Тип телосложения. Чего? Блин. Нифига, ну как-то, да, прикольненько. Ну ладно, пусть так будет, фиг его знает. Лицо. Вот так. Да, очки. Чего? Вот так вот, стой. Блин. Ладно, ты стой. А это что такое? Это непонятно, что такое. А, поменять фон? На каждом фоне она по-своему выглядит, да? Ладно, пусть так. Кожа. Пусть как-то так, черты лица. Что за черты лица? А, это всякие фиговинки. Не, ну вот это был, конечно, фигня какая-то, понятно. Я думаю, нафиг они не нужны, эти черты лица. Цвет лица еще меняется. Так, волосы. Да, мне в принципе и так устраивают волосы. Перед. А, это челку меняет. Как она что будет видеть-то так? Не, где-то тут я видел. Более-менее вот это, пусть будет. Частичная покраска. О, вот так. Пусть будет. Зад. Ну, блин, как они это обозначили-то, а? Опять же частичная покраска. Вот так вот.
Сторона. Не надо никаких сторонок, хвостов тоже не надо. Давай, черта. Короче, вот такая вот фиговинка у меня получилась. Следующее. Выберите карму. Карму, которую вы выбрали, вы можете получить по окончании эпической миссии. Мечтали. Что за информация? Мечтали. Используют разрушительные навыки, чтобы позволить союзникам атаковать цель. Что, я буду с таким бандуриной бегать, что ли? Брикер фокусируется на прерывании атак противника. Они имеют сравнительно слабую атаку, но с значительно высокую защиту. Физическая атака низкая, сопротивление атакам высокое, физическая защита высокая, скорость атаки низкая, средняя, магическая защита выше среднего, сопротивление пробитию высокое. Погоди, давай еще стоит посмотрим, что это за фигня. Танец ветра. Длинный лук. Наносит высокий урон противникам при помощи мощных и молниеносных атак. Слеер. Фокусируется на нанесении урона. Они имеют сравнительно слабую защиту, но значительно высокий урон. Блин. В защите или в атаке работать, а? Давай, наверное, попробуем в атаке. Выбрать. Выберите им аксессуар организации. Какой еще организации? Да, перчаточку вот эту поди. Или... Да, перчаточку пусть будет вот это. Следующий. Как назовете этого персонажа? 4 плюс буквенно-цифровой символ. Блин. Давай попробуем сначала. Блин, нет, не так. Вот так. Создать. Да. Блин, уже существует, зараза такая. Да. А, ладно, так, 5-2 пусть будет. Все, наконец-то, блин, надеюсь, на этот раз никаких дисконнектов не будет. Надеюсь, на что ты надеешься? Кто надеется? Ты просто эльф с острова Дезертира. Чего? Еретик! Это кошмар был ужасен, и вы должны узнать правду! Наша новая надежда. Я что ли? Да, я надежда. Тот, кто резонирует с мастером кармы. Это моя карма, танец ветра. Их опыт теперь будет вашим собственным. Что к чему? Нифига не особо так. Не особо понятно, короче, что к чему. С тобой все в порядке? Эй, блин, такая анимешка какая-то кривоватая. Кажется, что кто-то мне на карме был слишком сильным. И чего? Может быть, это травма падения в прошлое в храме ветра? Во всяком случае, мы все еще на территории Беладос. Нам нужно быстро уйти отсюда. Хорошо. Так, базовая атака. Блин, вы можете двигаться, прыгать, уклоняться или поворачивать вашу камеру в любом направлении. Также вы можете использовать уклонение, чтобы увернуться от атаки противника. Имейте в виду, уклонение расходует выносливость. Так, ВСД движение, спейс прыжок, shift уворот. Ух. Поворот камеры. Ладно. Shift уворот. Ага.
Ладно, давай побежали. Куда мы бежим-то? Это мы всем сейчас будем махаться. Вы можете совмещать быстрые обычные атаки и особые атаки кармы для создания комбинаций. Существует определенное количество комбинаций, которые позволят вам подбросить воздух противника или набрать требуемое количество энергии для мощной атаки. Обычная атака, особая атака. А, мы с вами. Она еще рано, да? Эй. Атакуя враждебных монстров, вы также можете снизить стойкость и ввести их в состояние пробития. Че, ты еще не помер? Если вы продолжите использовать уклонение или комбо-атаки, вы лишитесь всей выносливости, войдете в состояние истощения. Блин, да чё он такой непрошибаемый-то, а? Ай, я сельмок, ладно. Блин, фиг с вами, как ты как тащи. Эй. Фигня какая-то. Короче, это дух был как-то. Это я ничего не догнал особо. Ну-ка. О! Ох ты, нифига, как я могу, оказывается. Ладно, тогда на R. А на F. Блин. Ну ладно, так сойдет, короче. Пробитие 62, урон 12, с четкого, время вышло. Миссия выполнена. Время оставшееся до возвращения. Вернуться сейчас? Куда вернуться? Вы можете создать или присоединиться к группе и что-то там еще. С возвращением. Вот это да, вы выполнили свою миссию и получили свою карму. У меня была миссия. Я чувствую твою вновь что-то там обретенную. А, похоже, ты ничего не помнишь до получения кармы, верно? Не беспокойся, иногда это происходит от шока от получения кармы. Следуй за мной. Как-то Лу вообще неправильно, не бесит. Насилие в Белатосе становилось все хуже, но у нас наконец всех есть хорошие новости. Какие? Крин нашла ключ к местонахождению древнего Крутспелла, который был потерян во время Великих Перемен. Ты знаешь об этом, верно? Проникнитесь вечным молчанием лучшего бога, чтобы засиял луч истины на мир, построенный на обмане. Пора, прошло более 400 лет. Хорошо, ты наша надежда сейчас. Вам нужно... Эй, блин, я не дочитал, зараза! Возвращайся ко мне, когда будешь готов. Я помогу тебе вспомнить предыдущую миссию. До встречи. Или что он там сказал? Что-то типа того. Ну понятно, немножко. Она и в Африке немножко. Все по-немножному. Если вы хотите пообщаться в чате с членом вашей группы, приватно жмите Tab в чате, чтобы переключить канал в чате. Вы можете запросить различные миссии при помощи карты миссии. После завершения эпической миссии вы можете повторить миссии в кооперативе с другими чейзерами. Space. Взаимодействовать с картой миссии. О, тут как оно все. Ну, народу-то так-то немало, я смотрю здесь, да? А что вот это за Е рядом с моим именем и с именами других? И Д я рядом с чужим именем. Там у кого-то Д, у кого-то Е. Так, приблизить, отдалить. О, режим создания скриншота. Но пока ничего красивого не вижу для скриншота. Чат, выбор канала, меню игры, системное меню. Так, давай. Блин, я должен же нажать был на Space. Ладно, наверное, нажмем.
Да, основная карма, оружие. А, может быть и второстепенная карма, да? Ну, наверное, туда можно будет меч одеть. Что еще? Кристалл уникальной кармы, надет экипированно. Пассивный навык, это навыки, фигня какая-то непонятная. Информация об игроке. Информация о карме, о близости. Ого, нифига себе. Экипировка. I'm ready. Ладно, так, назад. Искать системное меню. Ну-ка, может на shift надо было нажать? Нет. Блин, на что нажать-то, чтобы... Тап. Погоди, я что-то не догнал. Мне же вот сказали на space нажать. Давай процесс, нет. Управление. А где перенастройка клавиш? Прыжок, движение, скажи. Что-то я не догнал. Где-то я чего-то не догнал. Ну-ка, давай попробуем вот сюда подойти. Камень славы. А, это... У кого сколько побед и прочего фигни. Мне может вот сюда надо было подойти-то. Ё-сельмопси. Да, вот карта миссии. Ну, давай попробуем какую-нибудь миссию сделать. Эльф с острова дезертиров. Сложность начальная. А где это? Ну, ладно, давай выберем. А, вот она. Устраните темного эльфа Нея и Шея. Вспоминает забытую миссию в результате шока от полученной кармы. Высокоуровневый Чейзер Крим отправился в Шильвис, чтобы исследовать скованные земли. Помогите ей. Эпично, одиночно, монстр, блин. Кто переводил эту игру, мать вашу? Ну, выбрать. Ну, выбрать, я выбрал же, чё. А, вот, переиграть задание. Ну ладно, давай. А зачем мне? Ну ладно, давай попробуем. Я помогу, блин. Ну, посмотрим, что там надо переиграть. Зачем его переигрывать? Победительных мост он так не успел прочитать. Понимаю, ты причина, почему Пантеру Карин было тревожно. Как, что за перевод такой? Подбешивающий. Я Лира с острова Эрувейл. Я здесь не для того, чтобы сражаться. Я слышал, что могу найти сущность дерева жизни здесь. Дерево жизни на нашем острове усыхает. Не могли бы вы поделиться с нами? Наглый эльф, ты вообще понимаешь, что просишь? Ты просто эльф с острова Дезертира. Блин, остров Дезертира. Ай, ну и переводы, а. Спалились, дурочки. Чё за лук у тебя такой двойной? Ты посмела прокрасться у нас за спиной? И где? Где субтитры? Вай, стоп, не трогай меня. Блин, нате вам. А, не получилось. Прикол не вышел. Ай, мне упернуться надо. Ай, стоп, надо убежать. Так, погоди, сейчас мы тогда R. Стоп. Фига как сложно, да, я вам скажу. Блин. Убегай. Надо сначала от лучницы, по-моему, избавиться. Или какая нафиг разница вообще? Мне хотя бы понять, как... Блин, что-то высоко очень выносливость падает-то. Я так заебусь играть-то. А, вот так. Что, не получилось-то? Меня обломали, да? Блин, ладно, сейчас на Е.
Чё, я вот на Е-то нажал же, да? Ладно, давай еще раз. Ёпсельмопси. Ладно, нафиг вот это, от этой, короче, избавляйся. Ёпсельмопсель, меня вдарили конкретно так, сука. Нафиг, я тебя избавлюсь, скотина. Я бы еще понял, как, правда, это сделать. Это... Во, есть, от нее от одной избавился. Так, погоди, Р. Давай. Погоди, ой-ой-ой, не успел. А ладно, так тоже неплохо. Блин, она по мне вдаряет, бьет вообще, зараза такая. Блин, надо поближе подойти. Поближе. Давай еще раз тогда, на! Что-то нихуя не на. Все, есть, наконец-то я победил. Блин, да тут надо как-то учиться играть-то, я смотрю. Если даже с НПСами так сложно. Нифига себе, мне это нравится. Получим достижения какие-то. Извините, я не хотел ввязывать вас двоих. Я должен нажать помочь. Привет, Лира. Я рада видеть тебя снова. Так, ты думала о присоединении к Чейз? Вы сказали, вас зовут Крим, участник организации Чейз, верно? Похоже, это судьба, раз наши пути так пересеклись. Но я не хочу, чтобы кто-то из-за меня был в опасности. Прошу, оставьте меня. Лир, ты видишь это тоже, не так ли? Фрагмент прошлого или сон? Я уверен, что ты, Курспелл, услышь меня. Этот мир построен на лжи, и тебя тоже обманывают. Пожалуйста, присоединиться нам. Бесят меня такие приводы кривые. Позволь нам бороться вместе, как чейзеры. Курспелл, 30 лет назад, во время Великой Катастрофы, я сражалась вместе с нашими старшими чейзерами, как их соратники. Но все кончилось трагедией. Тогда я пообещала себе, что больше не буду снова иметь отношения с внешним миром. Позволь мне сказать, пожалуйста, оставь меня в покое. После этой миссии я порву все связи с внешним миром. Эй, Лира, подожди. Тьфу, эльфы такие упрямые и сложные. Так, чего ты ждешь? Пошли. Хочет разговор. Ну ладно. Как-то я что-то плоховато догоняю, что вообще происходит здесь. Но в любом случае, им было интересненько. Вот эта вот боевая система, она, конечно, какая-то непривычна. Немного. Но интересно. Потренироваться стоит. Так, вы получили ОС. Вы получили ОЧ. Сложность монстра увеличить. Не надо мне пока ничего увеличивать. Закрыть. Новая эпическая миссия доступна. Подойдите к карте миссии, показанной иконкой на экране, вы можете принять новую миссию. Подтвердить. Короче, это все, конечно, круто, но я думаю, поди для первого раза хватит. Не, интересненько, конечно. Надо потренироваться будет, может. Карта миссии? Че еще? Че еще здесь есть? Вон там еще опять карта миссии какая-то. Правда, тут какие-то. Ну, по анимешке, конечно, оно сразу видно, что это анимешка, и дело не в стилистике, а вот голенько все вокруг, вообще голенько. Пусто. Но интересненько, будем играть.